Беренги, безусловно, это наша традиция, это наш бренд, это наш и спортивный, и традиционный элемент культуры. Мы будем его развивать. Для меня важно сейчас именно с теми, кто участвует, из первых уст понять, какие основные вопросы, развилки, чтобы потом уже взвешенно, не откладывая основные решения, принять, чтобы к следующему сезону иметь время подготовиться и провести ее на высочайшем уровне. Для меня очевидно, что Берингию нужно выводить на уровень лучших мировых гонок и делать ее дальше, развитие этого бренда, который у всех ассоциируется с Камчаткой. Будем дальше двигаться в этом направлении.